Друзья, привет! Хочу вам рассказать о новой диете, о которой я совсем недавно узнал и начал использовать. То есть скажу вам, она действует. То есть не знаю, какой вред будет организму, будет ли вред, но факт тот, что килограммы уходят, причем визуально, что меня радует, это точно. Причем ее даже можно использовать не полностью, а периодически, допустим, раз в неделю. Это помогает снизить количество порций, объем порций. Суть диеты следующая. То есть я ем сейчас раз в день, вечером, когда прихожу домой с работы, ну и накидываю в топку как можно больше. Но в чем прикол? То, что много ты все равно не съешь. Особенно если эта диета длится несколько дней. Потому что желудку свойственно сжиматься. Соответственно, просто много не съешь. При этом, конечно, не нужно есть торт целиком. То есть лучше есть все-таки низкокалорийную какую-то пищу, но можно много. Допустим, можно съесть две тарелки борща, к примеру. Больших две тарелки. Это будет по калориям, не знаю, там, меньше 1000 это точно. Представляете, вы каждый день будете съедать 1000 калорий. То есть это же вообще ничто. При этом вы, получается, наедитесь на ночь и ложитесь спать. И как вот говорят, что после 6 есть нельзя, здесь это никак не относится к этому. Потому что важно, сколько ты съел калорий за день, а не когда ты их съел. То есть если ты съел 1000 калорий, то хоть ночью ты проснулся и съел. И это всего лишь единственные твои калории за день. Получается, что ты никак не наберешь. При условии, что ты, конечно же, тратишь больше, чем съедаешь. Я думаю, что все люди тратят больше 1000 калорий, если больные какие-то в больнице лежат на койке. Поэтому, друзья, попробуйте, может быть, кому-то из вас поможет. Не знаю, мне вот помогает. Единственное, что минус большой для меня, это то, что вместе с жиром уходят и мышцы, то есть, на мой взгляд. Но нужно тренироваться, чтобы организм понял, что мышцы ему нужны, нужнее, чем жир. Тренироваться тяжело, с тяжелыми весами, какие там жиросжигающие тренировки не используют, которые там многоповторные. Наоборот, там раз по 5, по 7 подходов. Я думаю, у тебя все получится. Будьте здоровы!